Буквально несколько минут назад к нам поступила шокирующая новость. Примадонна российской сцены расправилась со своей собственной дочерью. И из-за чего? Из-за плохой оценки в школе. У российской певицы двое маленьких детей. Мальчик и девочка. И оба они ходят в школу во второй класс. Мальчик учится хорошо, а девочка без интереса. И тогда российская певица пообещала ребенку купить компьютер на Новый год, если только она закончит четверть без троек. Маленькой девчушке не удалось выполнить обещание, и она получила пару троек за четверть. Но так хочется компьютер, что она решила соврать своей маме и сказать, что была хорошисткой и отличницей в этой четверти. Мама раскошелилась на компьютер, а спустя два дня пришла в школу на родительское собрание, где с удивлением узнала, что ее дочери нет в числе отличников. Проверив электронный дневник дочери, она поняла, что ее просто обманули, и гнева не было предела. Надо отметить, что дочка у певицы была не родная, приемная. Сейчас полиция проводит медицинскую экспертизу о том, как мать могла расправиться с собственной дочерью. Но если даже ее психическое здоровье будет нарушено, ей вряд ли удастся уйти от правосудия. Примадонну российской сцены малых и больших театров 33-летнюю Наталью Огонек уже взяли под стражу. Наталья Огонек известна широкой публике по своим выступлениям в нулевые года этого столетия. Она была солисткой малого, большого московского театра. Потом она несколько лет выступала на зарубежных театральных сценах в Германии, Англии и Соединенных Штатах Америки. После 30 лет стало известно, что она не может иметь больше детей, и поэтому она взяла приемную дочь. В последние годы она совмещала творческую карьеру с созданием собственной театральной музыкальной студии.